What are you doing on my ship? You think you're funny, do you? Well, let's see how funny you feel after Lieutenant Keitner gets through with you. Lieutenant? Сопротивление не поможет. В кресло встроен генератор электромагнитного поля. Твои импланты – бесполезные куски металла. Все их настройки будут сброшены. Это военный комплекс для содержания и допроса незаконных комбатантов. Там тебя разберут на запчасти. Кто-то потратил на тебя кучу денег. Повезло мне. Станция Rifleman Bank – секретная база. Тебя никто там не спасет. Подумай об этом, крутыш. Причард, слышишь меня? Причард. Черт. Если жить захочет. Вот уж не знаю. Речь не о нелегальных комбатантах, с которыми мы обвиняем нелегального комбатанта. Тебя отправят в изолятор вслед за ним. Так что заткнись и выполняй приказ. Аномальные показания в секторе D6. Идем. Что там у нас? Мы тонем, что ли? Не надо так шутить. Наверное, замыкание на верхней палубе, вентиляции. Хотя вряд ли камера отключилась из-за этого. В любом случае, ничего мы сделать не можем, пока не пришвартуемся. Супер. Остается только на крыс пялиться. Скорее бы уже в Австралию. Хватит ныть. Торчишь пару месяцев на фронте, и тебе это скукотища сказкой покажется. Вряд ли. Мне в бой не терпится. Жаль, меня не было в том отряде, что этого мужика нашел. Он, похоже, крут. Достаточно крут, да. Ожидание подтверждения стоков. Установка балластных цистерн. Осадка 2 метра. Thank you.
велела оставаться здесь. Значит, останемся. Приказ есть приказ, к тому же база уже близко. Осталось ожидание чуть-чуть. Надеюсь, морская болезнь замучила. Как же здесь сыро. И глянь только на эту... Access Grant. Установка балластных цистерн. Осадка 2 метра. Полный назад. Скорость 5 узлов. Ожидание подтверждения стоков. Всем покинуть посадочную площадку. Подтверждение от станции Райфлмен Бэнк. Там слышишь меня? Причер, ты? Открываю дверь в грузовой отсек. Плохо слышно. Радиорубка, братан. Найди ЦКИ. Скорость 5 узлов. Ожидание подтверждения стоков. Внимание! Нестабильный груз. Бой работы камеры неизбежен. Требуется ручной перезапуск систем криокамеры. Уровень кислорода в камере снижается. Активируйте систему подачи кислорода.
Шторм, кажется, стихает. Командиры возвращаются на базу. Видно, скоро припаркуют. Для Берка недостаточно. Этот кайдун Кайтнер с собой пилот. Вряд ли он сам ее позвал. Наверняка ей пришлось долго его уговаривать. Как мотиват, но Берку просто от силы плевать на это хотел. Что ж, надеюсь, она узнает время, что хотела. Как только этот шут попадет в лапы Берка, никто больше ничего от него не услышит. Отлично. Я был там, когда его нашли. Он пятерых уложил Берка. Так что я из-за него переживать не буду. Приятно для разнообразия арестовать того, кто это. Эй, думай, что говоришь. А задержанных говорить запрещено, и ты в курсе, так что Лазарет ЦКИ активный. С этой минуты здесь все должно быть строго по правилам. Дал козлов.
как же? Надо отдать его. Для Берга недостаточно скоро. Этот козел пару часов не мог подождать. Лично прилетел, чтобы на ресторан смотреть. Пикать нас с собой пилот. Стабилизаторы активированы. Крен в допустимых пределах. Юго-западный. Грозовой фронт. Видимость средняя, временами плохая. От экватора до 12 в юг, между 90 и 142. X-Ray 9. Северный ветер 7-9 баллов. Сильная буря. Хорошая видимость, сменится плохой с ливнем. Обледенение. Неустойчивая погода в районе Таиланда и Малакского пролива. Ливень со шквалом и грозы. Стабилизаторы активированы. Крен в допустимых пределах. Прогноз погоды для зоны 10-11. Юго-восточный ветер сменится на юго-западный. Грозовой фронт. Видимость средняя, временами плохая. Дельта Эхо Новембр. Юго-западный ветер от 8 до 10 баллов. Сменится западным ветром от 9 до 11 баллов. Ливень. Видимость плохая или средняя. Правые носовые движители. Причард. Фрэнсис Причард теперь не скоро тебя услышит, братан. Мы слишком близко к базе. Здесь стоят генераторы помехи. Пока твое умение работать по-тихому нам на руку. Проберись к кормовому трюму. Найди задние ворота и зайди в них. Но учти, чем дольше ты будешь оставаться незамеченным, тем лучше. X-Ray 9. Северный Грант. На одну треть.
X-Ray 9. Северный ветер 7-9 баллов. Сильная буря. Хорошая видимость сменится плохой с ливнем. Обледенение. Неустойчивая погода в районе Таиланда и Малакского пролива. Ливень со шквалом и... Стабилизаторы активированы. Крен в допустимых пределах. В носовом трюме все тихо. Возможно, кое-что пострадало из-за шторма, но в остальном порядок. Отлично. Будем в ЦКИ наблюдать за швартовкой. Затем оценим повреждения и поможем людям Берка перевести нарушителя.
корма. Полный назад. Начинаем подход к станции Rifleman Bank. Номер дока подтвержден. Ворота дока закрываются. Экипажу приготовиться к разгрузке. Кажется, оно взялось оттуда. Ворота дока закрываются. Экипажу приготовиться к разгрузке. Похоже, никого. Ворота дока закрываются. Экипажу приготовиться к разгрузке. Номер дока подтвержден. Начинаем подход к станции Rifleman Bank.
и корма. Полный назад. Номер дока подтвержден. Закрывается. Экипажу приготовиться к разгрузке. Задницу прикрыть. Этот термин означает, что надо заткнуться и выполнять приказ. Я верю тому, что мне говорят. Нос и корма, полный назад. Экипажу приготовиться к разгрузке. Номер дока подтвержден. И корма полный назад. Ворота дока закрываются. Экипажу приготовиться к разгрузке. Начинаем подход к станции Райфлманбанк. Номер дока подтвержден. Начинаем подход к станции Райфлманбанк.
Начинаем подход к станции Райфлман Бэнк. Господи, тебе не интересно, что они делают со всеми этими людьми? Эти люди террористы, военные преступники, а то еще... Номер дока подтвержден. Мы здесь держим, чтобы защитить от них мирных жителей. И их никого. Серьезно? А нафига их называть незаконными комбатантами? Экипажу приготовиться к разгрузке. Долго еще? Когда же я выберусь из этого корыта? Носки корма, полный назад. Нос и корма полный назад. Экипажу приготовиться к разгрузке. Корма полный назад. Незаконными комбатантами. Что это за термин такой? По-моему, его придумали лишь бы задницу прикрыть. Этот термин означает, что... Всеми этими людьми. Эти люди террористы, военные преступники. А то еще хуже. Мы их здесь людьми. Эти люди террористы, военные преступники. А то еще хуже. Мы их здесь держим, чтобы защитить от них мирных жителей. И их никак не держим. Серьезно? А нафига их называть незаконными комбатантами? Термин такой. По-моему, его придумали лишь бы задницу прикрыть. Этот термин означает, что надо заткнуться и выполнять приказ. Я верю тому, что мне говорят, и тебе советую делать то же самое. Если не хочешь, только не говори, что и это мне показалось. Номер дока. Ты спишь, что ли? У тебя глюки.
Ты слишком дергаешься. Здесь никого нет. Мне точно не показалось. Ты ничего не слышишь? У тебя глюки. Начинаем подход к станции Райфлман Бэнк. Уходим. Никого тут нет. Активация сканирования. Объект не опознан. Да ты настоящий призрак, братан. В первом грузовом отсеке есть служебный тоннель. Попасть туда можно через люк на полу. Забирайся туда. Иди по кабелям. И постарайся не убивать того, кто там есть. Доступ разрешен.